Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые! Добро пожаловать в мир музыки прекрасной и звучащего слова. Сегодня, дорогие друзья, цикл программ Московской филармонии «Сказки с оркестром. Избранное» продолжится. И сегодня для каждого из вас удивительная возможность из слушателей превратиться в самых настоящих зрителей. Да-да, друзья, совсем скоро в пространстве сцены концертного зала имени Сергея Васильевича Рахманинова вы сможете увидеть специально созданные для нашего цикла программ уникальные видеодекорации. Присмотритесь к ним повнимательнее. Их авторы, художники-постановщики Наталья Барабаш и Марат Мулин. А для уважаемых товарищей взрослых сейчас напомним. Московская филармония уже открыла продажу абонементов нового концертного филармонического сезона. И циклы «Сказки с оркестром избранное» и «Новые сказки с оркестром» обязательно получат свое продолжение. Они традиционно будут представлены на сценах двух филармонических залах. В концертном зале имени Петра Ильича Чайковского и здесь, в пространстве филармонии 2. И вот номера абонементов этих программ. 200, 200А, 201, 201А, 207 и 208. Мы, конечно же, будем искренне рады каждой новой встрече с вами. Ну а сегодня вы сможете услышать и увидеть великолепную сказку Сергея Аксакова «Аленький цветочек». В музыкальном оформлении этой истории вы сможете услышать следующие произведения. «Рассвет на Москва-реке» и «Баба-яга» Модеста Петровича Мусоргского. Интродукция из музыки к весенней сказке Александра Николаевича Островского «Снегурочка» и «Времена года» Петра Ильича Чайковского. «Волшебное озеро» Кикимора из «Апокалипсиса» и «Восемь русских народных песен» Анатолия Лядова. «Симфонии номер один и номер два» Василия Калинникова. Песню Настеньки композитора Николая Будашкина на слова Якова Шведова из мультфильма «Аленький цветочек». Ну а на сцене один из участников нашего проекта. Приветствуйте, пожалуйста, симфонический оркестр «Радио Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Кондрашов. Наша история в двух частях с одним антрактом. Ну а это практически волшебный буклет наших сказок с оркестром. Цикла «Избранное», в котором уже и прекрасная актриса, и маэстро-дирижер оставили для вас на добрую память свои автографы. Так что в антракте, либо по окончании представления, поспешите приобрести этот буклет на память. Кстати сказать, и эта великолепная актриса, и маэстро-дирижер были одними из первых, кто создавал цикл полюбивших сегодня вам программ «Сказки с оркестром». Итак, дирижер, заслуженный артист России Денис Кирпанёв. Сказку исполнит прелестная актриса театра и кино, заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
И было у того купца три дочери. Все три красавицы писаны, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства по той причине, что он был вдовец. И любить ему больше было некого. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39-е царство, 30-е государство. И говорит он своим дочерям любезным: дочери вы мои милые, дочери вы мои пригожие, а еду я по своим купецким делам за море, в 39-е царство, 30-е государство, долго ли, коротко ли проезжу, не ведаю. А коли вы будете вести себя тихо да смирно, то привезу я вам такие гостинцы, какие вы сами пожелаете. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему: «Государь ты мой, батюшка родимый, привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных». Чтобы был от каменьев тех свет, как от месяца яркого, как от солнца красного, и чтобы было от него светло в темную ночь, как посереть дня белого. Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь
и говорит таковое слово. Государь-то мой, батюшка родимый, не вози ты мне ни венца самоцветного, ни зеркала хрусталю восточного, а привези ты мне цветочек аленький, краше которого не было бы на всем белом свете. Задумался честной купец крепче прежнего, да и говорит таковые слова. Ну и задала ты мне работу потяжелее сестренных, коли знаешь, что искать, да как не сыскать. А вот как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же мне узнать, что краше его нет на всем белом свете? Буду стараться, но на гостинец не взыщи. И стал он собираться в путь во дороженьку, в дальние края заморские. Королевством невиданным, отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери, венец с каменьями самоцветными. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери зеркало хрустальное из хрусталя восточного. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков, да такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да никто ему поруки не дает в том, что краше того цветка нет на всем белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою по лесам дремучим, и вдруг, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники. Бросает честной купец свои караваны великие, и бежит он в темные леса.
Ходит он по тому лесу темному, непролазному. И чем он дальше идет, тем дорога лучше становится. Часто деревья перед ним расступаются, кусты раздвигаются. Вот пришла и темная ночь, кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько. И стало, почитай, как белый день. Выходит он под конец на поляну широкую и видит, что посередь той поляны широкой стоит дом не дом, а дворец. Королевский или царский, весь в огне, в серебре да золоте, в каменях самоцветных, весь горит и светит. По лестнице с перилами позолоченными вошел в горницу. Нет никого. Вошел он во вторую. Вошел в третью. Снова нет никого. А музыка играет не смолкаючи. И дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое тому, что хозяина нет и прислуги нет. Лишь музыка все играет, не смолкаючи. И подумал он в те поры про себя. Все хорошо, да только вот есть нечего. И вырос перед ним стол. В посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные. Сами в рот так и просятся. Вина заморские. Сел он за стол, напился, наелся досыта, потому что не ел он сутки целые. Встал он из-за стола, а поклониться-то некому.
сказать спасибо за хлеб, за соль некому. Дивуется честной купец такому диву дивному, такому чуду чудному, а вдвое тому, что хозяина нет, и прислуги нет. Любуется он на богатства великие, неслыханные да невиданные, и подумал он, эх, хорошо бы сейчас заснуть да всхрапнуть. И видит он, стоит перед ним кровать резная, вся из чистого золота. Пуховик на ней лежит, пуху мягкого, лебяжьего. Ложится он на высокую кровать, и только подумал он, ах, кабы мне дочерей своих хоть одним глазком да во сне увидать. И заснул. Проснулся купец, да вдруг опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, что они веселым веселехоньки, а печально лишь одна меньшая дочь, любимая. У старшей и средней дочери есть женихи богатые, и собираются они выйти замуж, не дождавшись его отцовского благословения. Меньшая же дочь любимая о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее батюшка любимый. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему уж приготовлено. Он одевается, умывается и новому чуду не дивуется. Чай и кофе подле него стоят. И при нем закуска сахарная, при кофе-то. Помолившись Богу, он накушался и стал снова по палатам ходить. И вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые. И цветы цветут красоты неописанной, и птицы поют райские, и захотелось тому купцу по тем садам прогуляться. Сходит он прямо в зеленые сады, гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, цветы цветут распрекрасные, птицы летают невиданные, песни поют райские, и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.
Ходил он так много ли, мало ли времени, я не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зеленом растет цветок цвету алого, красоты невиданной, неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку, а запах от того цветка по всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным. Вот аленький цветочек, какого нет краше на всем белом свете, о каком просила меня дочь моя меньшая любимая. И проговорив таковые слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. Зашатался под ногами, и вырос пред купцом зверь не зверь, человек не человек, а чудище страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким. Я принял тебя как дорогого друга, а ты эдак-то заплатил мне за мое добро. Знай же свою участь горькую, умереть тебе зато смертью безвременной. Честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он упал на колени пред чудищем мохнатым, и возговорил он голосом жалобным. «Ох ты, гой еси, господин честной зверь лесной, чудо морское! Не прикажи ты меня рубить и казнить, прикажи мне хоть слово вымолвить!
А есть у меня 3 дочери. Обещала я им по гостинцу привезть. Старшой дочери самоцветный венец, средней дочери зеркальце из хрусталя восточного, а меньшой любимой дочери обещал я привезти аленький цветочек, краше которого не было бы на всем белом свете. И нашел я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, и подумал я, что такому господину богатому и богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка аленького, о котором так просила и молила меня моя меньшая дочь, любимая. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти ты меня, и подаришь ты мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой любимой дочери. Заплачу я тебе золотой казны все, что потребуешь. Раздался по саду хохот, словно гром загремел. Своей девать некуда. Есть одно для тебя спасение. Отпущу я тебя домой. Подарю я тебе цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное купецкое, что пришлешь за место себя одну из дочерей своих любезных. Я обиды ей никакой не сделаю. Да и будет жить она у меня в чести да приволье. Стало скучно мне жить одному. И хочу я залучить себе товарища. Так и пал честной купец на сыру землю, горючими слезами обливается. Господин честной зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои по своей воле не захотят ехать к тебе? Да ну не связать же мне им руки да ноги да насильно привесть. Да и как добраться-то до тебя? Я ехал к тебе 2 года, да и как доехал, не ведаю. И возговорит купцу зверь лесной чудо морское: не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе своею волею. А коль дочери твои не поедут, то сам приезжай. И велю я казнить тебя смертью лютой. Чтобы приехать ко мне, дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое око мгновение. Думал купец и придумал так: надо бы мне с дочерьми своими повидаться, дать им свое родительское благословение на венчание и воротиться к зверю лесному чуду морскому. Взял он золот перстень, надел на правый мизинец
и очутился в воротах своего широкого двора. Поднялся в доме шум и гвалт. Сказал он принести сундуки дорожные. Доставал он старшой дочери золотой венец, золото аравийского с окаменьями самоцветными. Доставал средней дочери зеркало из хрусталя восточного, а меньшой, любимой дочери, достал он золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости точно рехнулися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала. Точно в сердце ее что-то ужалило. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. А меньшая же дочь о богатстве не думает. И говорит она: мне богатства твои не надобны. Богатство — дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное, свою печаль потаенную. И возговорит тогда честной купец: не потерял я своего богатства великого, а нажил казны вдвое, вчетверо. А есть у меня другая печаль. И скажу я вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселитесь. За утро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, и спросил, не хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит: пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал цветочек аленький. Позвал честной купец к себе дочь середнюю, рассказал ей, что с ним приключилось, и спросил, не хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит: вот пусть та дочь выручает отца, для которой он доставал цветочек аленький. Позвал честной купец меньшую дочь,
и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала: «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый, я поеду к зверю лесному чуду морскому. Для меня достал ты цветочек аленький, мне и надо выручить тебя. Ты не плачь, не тоскуй, зверя лесного чуда морского я не испугаюсь, я буду служить ему верою, правдою. Может, он надо мной изжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. А может, Бог даст, я и вернусь к тебе». Вынул купец перстень зверя лесного чуда морского из ларца кованного, надел его на правый мизинец меньшой любимой дочери, и исчезла она в ту же минуточку. Первая часть нашей сказки закончилась. Вторую часть вы услышите больше после небольшого перерыва. А сейчас антракт.
очутилась дочь меньшая купецкая во дворце зверя лесного чуда морского. Взяла она цветочек аленький, сошла она в зеленые сады, хотела посадить его на место прежнее, а он вдруг вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему, и расцвел он краше прежнего. И пошла в палаты дворцовые, а в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала, видно, зверь лесной, чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне, господин, милостивый, как на белой мраморной стене появились словеса огненные. Не господин я твой, а послушный раб. Все, что тебе вздумается, исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто никогда их и не бывало там. И возговорила молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, милостивый и ласковый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все. Стала жить да поживать молодая дочь купецкая. Всякий день ей готовы наряды новые, всякий день угощения, веселья новые, катание, гулянье с музыкою на колесницах без коней из упряжи по темным лесам. А те леса пред ней расступались, и дорогу ей давали широкую-широкую и гладкую-гладкую.
стала она рукоделиями заниматься, стала посылать подарки своему батюшке любимому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную и читать ответы и приветы словесами огненными от ее господина, милостивого и ласкового. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытию молодая дочь купецкая, красавица писаная. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня. И видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей. И что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей голоса его послушать. Стала она его о том молить да просить, да зверь лесной чудо морской не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Просила, умолила она своего господина ласкового, и написал он: «Приходи сегодня во зеленый сад, садись на свою беседку парчевую и говори так, говори со мной, мой верный раб». Побежала молодая дочь купецкая в сады зеленые, входила в беседку свою любимую, садилась на скамью парчевую и говорила таковые слова: «Не бойся ты, господин мой, испугать меня своим голосом. Говори со мной, не опасайтесь». Услышала она ровно, кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то. Говорил он еще в пол голоса. Сначала молодая дочь купецкая, услыхав голос звери лесного чуда морского, только что испугалась, виду не показала. И
И скоро слова его ласковые, речи приветливые, умные и разумные, стала слушать она и заслушалась. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай, целый день. В зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах широких и высоких. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот и захотелось молодой купецкой дочери, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морское. И стала она его о том просить и молить. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова. Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты, а увиди меня страшного, возненавидишь ты меня. И не хочешь меня больше видеть, и прогонишь меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски. Не слушала таких речей молодая дочь купецкая и стала молить его пуще прежнего. Если ты стар человек, будь мне дедушкой. Ежели ты Середович, будь мне дядюшкой. А ежели молод ты, то будь мне названный брат. Коль я жива, будь мне сердечный друг. Долго, долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова. Да не мог он просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таковое слово. Не могу я тебе супротивным. Люблю я тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи, покажись мне. И покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, ты наденешь золот перстень на правую руку свою, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне николи не услышишь. Не убоялась, не устрашилась молодая дочь купецкая. Пошла она во зеленый сад, и когда пришли сумерки серые, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» И показался ей издали
Зверь лесной, чудо морское. Опамятовалась молодая дочь купецкая и слышит, плачет кто-то возле нее. Горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным. Убила ты меня, красавица моя возлюбленная. Не видать мне больше лица твоего распрекрасного. Не захочешь ты меня даже слышать. И пришло мне время умереть смертью безвременной. Совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким, девичьим. Нет, не бойся ничего, господин мой добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой. Покажись мне теперь ж. Показался ей зверь лесной чудо морское в своем виде безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она не звала его. На другой день увидала она зверя лесного чудо морское при свете солнышка. И хотя сначала, разглядев его, испугалась, но виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Гуляли они до ночи темной, и беседы вели прежние, веселые, речи ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха, молодая дочь купецкая, красавица писаная. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вот однажды привиделось во сне молодой купецкой дочери, что батюшка ее нездоров лежит, и напала на нее тоска неусыпная.
Часто снятся мне рощи заветные в нашем милом любимом краю. Не нужны жемчуга самоцветные. Рассказала она зверю лесному свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорил к ней зверь лесной чудо морское. «И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит. Ты надень его на правый мизинец и очутишься в дому своего батюшки родимого. Только, коли ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься ты ко мне, то не будет меня на белом свете, потому что люблю я тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не смогу». Стала она заверять его словами заветными и клятвами, что ровно за 1 час до 3 дней и 3 ночей воротится в палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим, взяла золот перстень, надела его на правый мизинец и очутилась на широком дворе своего батюшки любезного. Бежала к ней прислуга и челядь дворовая. Подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка-то нездоров лежал, ее дожидаючись. И не вспомнился он от радости. Обнимал, целовал свою дочь меньшую, любимую, и дивился красоте ее девичьей, наряду ее царскому королевскому. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Сестрам же старшим, слушая про богатство несметные меньшой сестры и про власть ее великую над зверем лесным чудом морским, зависна стала. Стали они уговаривать меньшую сестру, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, к чуду морскому. Пусть где околеет, туда ему и дорога. И прогневалась на сестер старших дорогая гостья меньшая сестра. И сказала им: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости,
за всю его любовь ко мне горячую заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить. И честной купец похвалил ее за такие речи хорошие. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они и все часы в доме ровно одним часом назад поставили. Когда же пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери сердце болеть и щемить. Смотрит она то и дело на часы отцовские. Скоро ли ей пускаться в дальний путь? А сестры с ней разговаривают, о том, о сём пораспрашивают. Да позадерживают. Однако сердце ее не выдержало, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела она золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, в палатах высоких зверей лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась к тебе раньше времени на одну минуточку!» Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла, мертвая. Дрогнуло сердечко у молодой купецкой дочери. Почуяла она нечто недоброе. Побежала она из палат высоких в зеленые сады. Выбежала она на пригорок муравчатый, и видит она, что зверь лесной чудо морское лежит на пригорке муравчатом, обхватив своими лапами аленький цветочек. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись. Начала его будить молодая дочь купецкая. И видит, что зверь лесной, чудо морское, без дыхания мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми тело своего господина доброго и закричала истошным голосом: «Ой, ты встань! Пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!» Только проговорила она таковые слова, как заблестели молнии со всех сторон. Затряслась земля от грома великого. Ударила гром.
громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она так лежала без памяти, я не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, белой, мраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями самоцветными и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове с короною царскою, в одежде златокованной. И говорит ей молодой принц: полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь же ты моей невестой желанною. Злая волшебница колдовством своим оборотила меня в чудище страшное и наложила на меня заклятие, чтобы жить мне в таковом страшном, чудовищном виде, пока не найдется красная девица и не полюбит меня и не пожелает быть моею женою законную. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно 30 лет. Ты же не побоялась моего уродства страшного, разглядела мою душу добрую и полюбила меня за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женою короля славного, королевою в царстве могучем. Тогда все тому подивились, свита до земли преклонилась. Честной купец дал свое благословение отцовское дочери меньшой любимой и молодому принцу королевичу. Бояре великие, кавалеры ратные, и немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку и стали жить-поживать да добра наживать.